Сработала ESP-шка. Так, кто тут у нас? Ну, Жерех. Красавчик. Да, такой приятный. Так вот, Spro ISP такой вот расцветки, 14 грамм. Еще вот поклевочка на спровскую ISP-шку. Не знаю, судя по ощущениям, наверное, окушок позарился. Сейчас посмотрим. Да. Вот такой окушок. Вот только что переставил на лайтовый спиннинг. Это чудо снасть. Спиннинг фаворит баланс 3-10 грамма. То есть, ну, Жереха, кстати, первого я вот взял как бы на этот спиннинг, и ощущение, конечно, получше будет, чем вот у меня второй Лагуна 7.35. Вот если видно, сейчас покажу, как снасть играет. То есть, ну, вообще бомба. Единственный минус — это вот покраска, я не знаю. Я вот ловлю, сколько уже часики, то есть видно уже краска, ну спереди то камни, понятно, вот бочины пообшорханные, ну как бы качество покраски, я не знаю, может это не оригинал, ну вроде бы как бы на пузе здесь Spro написано, все дела. Да, иногда, кстати, вот так вот цепляется тройничком. Сейчас попробуем на лайтовую снасть. Что он скажет? Ну да, дальнобой, конечно, не тот. Очередная поклевка. Тоже вроде окушок взял. Могу сказать одно. Блесна работает. Если она как бы с виду такая, блин, и невзрачная. О, сошел. А не, что-то, что-то идет. То игра у нее, как бы, я посмотрел под водой, вообще обалденная. То есть этот лепесток вращается, ну, и такое ощущение, что, ну, хвост просто, о, залетел. Ну, такой вот матросик. Такой красавчик. Была поклевка. Такой, как небольшой жерешок. Сейчас посмотрим, что это. Окуняра. Такой горбатый на Космастер взял. Шо ж ты?